И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор и Алёша, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Карта у нас заскриптована, здесь есть сюжетка, сейчас все покажем. Кстати, ничего мы не знаем, все будем изучать вместе с вами. Так, давайте, кто берет монтировку, потому что с этого и начинается сюжет. Давай, Лёха, будешь защищать нас, лупашить. Все, давай, вон пошел, смотри. Сзади, 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 Витька, отходи. Давай, давай, наяривай. Смотри, как он быстрый. У тебя автокликер стоит на мышке? Нет. Ой, что-то у меня немножко... А, понял, монтировочку взял. Стойте, у тебя что-то... А что такое дальше? Бомба. Все, бабахнет. Ой-ой-ой. Прикольно, не ожидал. Блин, нема мне чем его побить. Вот-вот из... Нема ничего у меня. Будете меня защищать. Ну сейчас, может, с какого-то этого выпадет атошника. Вон, зомби идут, ребята. Гасите их. Давай, ты ближний бой. Бонька. Ой, смотри, смотри, хэдкрабы попадали. О, загорелся. Как-то музычка странная. О, смотрите, сюда можно зайти. Смотри, тут все в крови. Ого. Это что, туалет, что ли? Очень прикольно сделано. У меня аж мурашки по телу. О, аптечка, никому не надо? Надо. Давай, Бонька. Не берется, у тебя 100 хп, значит. А нет, 91. Это обманка. Это кровать, знаете, это как людей привязывать и мучить их. Для психов. А я взял. Так, что здесь? Не открывается. Так, здесь что? Странная музыка какая-то играет. Хэдкраб, идите убейте его. Да-да-да, я выйду. Бонька, давай, ты можешь. Все, чисто. Убил, четко, пошли дальше. Так, здесь у нас трупаки. Один живой хэдкраб еще за углом там. Где? Вот-вот-вот, куда я смотрю. Вот там. Ого, ты его прям шмякал. Тут закрыто. Что за звуки? Не знаю. Но звуки классные здесь. И музычка такая, блин, классная. Смотри, там кто-то ломится, о, дверь ломает. Вы слышите эти крики? Виктор. Ого. У меня оружия нет, я что-то все-таки найду. Но у меня очень хорошая защита. Пацаны вообще застывали. Смотри, калитку отломали. Все, вынесли дверь. Давай, 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 лупи. На картонах лупа. О, там такая коричневая стена. Не знаю, в чем это. Даже не предполагаю, в чем она может быть. Все. Так, проходим. Может, оружие? Ребята, если будет оружие лежать, дайте мне его взять, по-моему, пожалуйста. Есть оружие, вот оно лежит в коробке. Ванной там в коробке. Иду, иду, иду. А вы можете разломать его как-то? Ну? А ну. Это патроны, а, нет, были. Это патроны. Ну ладно. Зачем я их взял? Проходи, проходи, Бонька. Слушай, ты здоровый? Кто-то стреляет сверху. Да. Не понял, откуда. Во, смотрите, что здесь. Класс. Там, вот там, аптечки там лежат. Вот смотри, пистолет или что это? Ой-ой-ой, там взрывы. Ого. Вот зомби, это класс, зомби, ребята. Зомби. Если вам нравятся такие карты, ставьте лайкосик. Я всем кафе. Блин, там что-то лежит, я пропустил. О, СМГшечка есть. Не подходи на перекрестный огонь. Всем кафе. Так, давайте, ребята. Теперь я с вами. Теперь я мощный пацанчик. Смотри, какой он рукопашник. Тихо, под пули не лезть. Я тут только разошелся. Солдаты сзади, солдаты сзади. Солдаты? Ничего себе. Значит, тут солдаты и зомби будут между собой воевать, по-любому еще. Смотри, тут куча ракет. Мне дали шотган. Ты красавчик. Ого, ты видел? С потолка свалились. Прям мне на лицо. Красиво он ручки откинул. О! Ого. Ой, РПГ, это было жестоко. Все так насыщенно как-то, да? Все так резко, да. Мне нравится. Так, я что-то взял. А, нет, патроны взял. Наверное. Так, что? Может, в стекла выпрыгнуть? А ну, стой. Нет, сюда нельзя. Давайте, ребята, вернемся. Что-то мы пропустили. Не спешите, не спешите. Все смотри, впереди. Ого. А кто там?
О, да там так собака летает. Да не, мы по ней стрелять не будем, это нету смысла, у нас оружие не то. Нам же дали базуки, значит где-то РПГ-ха лежит. Давайте, ребята, она, поищем. Она у меня. А, так а что ты не стреляешь, дружище? Леха, давай. Где? Не останавливайся. Опа, пошла жара. Летит, летит. Попал, я видел. Красавчик. Так, уклоняемся. Видели, ребята, у тебя было очень близко и рядышком. Блин, классно. Именно игра для кооператива. Так, значит, нам надо все-таки ее убить, и дальше будет сюжетка. Опа, она упала? Да. Все, мы ее разломали. Пошлите дальше. Стойте, стойте, слышите громкоговорителей? Да. Мне кажется, может, сейчас тут пройти можно будет? Дверь сломалась сзади. Я слышал. Вот. Иду, ребята. Что меня убьет? Так, не спешим, не спешим. Я хочу, чтобы мы затащились, а? Ты чё тут ходишь? Собачье дерьмо. На, хедкраб. Гранат у него нет? А нет, это не комбайн. Че, зомбайн, да, называется тот штришок? Угу. Так. Нам вниз, может? Давай сюда пройдем. Во. Аптечка. Патрошки на дробовике не берем, потому что мне не надо. О, спасибо. Отлично. Смотри, а, я хотел сказать, тут зомби сидит на картофане. Давайте сюда еще сходим. А, нет, закрыто. Ну все, спрыгиваем. О, вода здесь. И электричество. Аккуратно, ребята, чтобы током не жахнуло. А то как треснет. О, аптечка. Кому надо аптечка, там лежит. Слышите эти крики конченые? Я вас жду, пацаны. Вы где? Сюда. Я просто боюсь один идти, если честно. Ты чё тут падаешь? Мелочь потерял? Мочите его. Это было сильно. Ой-ой-ой, кто-то поломал. Смотри, по голове даст тебе. Сталкер! Ого! Вот это не ожидали мы. Я даже не знаю, как ребята назвали. Это не хоррор, а какой-то экшен, да, получается? Боевик. Угу. Фильмы можно снимать. Кооперативно. Ого, ты его убил. Тихо, дай хоть краба вонючего прострелю. Розетка. Ха-ха, очень примитивно все. Телевизор не надо. О, по голове можно зомби надавать. Закрыто. А интересно, можно назад включить? А ну попробуй, Виктор. Так, может кто-то будет к нам идти, мы их закроем. Пытаюсь, но вроде нет. Нельзя, да? Ну, Леха. Не, нельзя. Не, нельзя. Жалко. То я так подумал, может, так все-таки разработчики запилили. О, бронюшка. Ты, что меня убил? Бронилка есть. Тут тоже, может, пока не будем отключать? Посмотрим, что она дает. О, патрончики. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Станы меня подождите. Отключай. Здорово. Во, красавчик. Нас закрыли. Димас, а я живой. Все. Они сейчас придут, я их буду мочить. Не, не придут. А, вот они, заспавнились, собаки. Как выйти? Ребята, вы чё? Не на того нарвались. Угу. Надо их вам убить через решетку. Я вам помогу. Смотрите, прицел даже не надо. Кстати, вы и нет. Ну, зончик такой начал играть. Да, да. Еще появились чертяки молодые. Вот это я их тут разлажу. А, кто-то мне помогает, Витька, красавчик. Так, давайте, стойте, не спешите. Я себе броню пока пополню. Ха-ха, пригодится. Четко. Стойте, попробуйте, может, розетку назад вставить? Может, тут сработает эта штука? Пробовали, не? У нас тут какой-то вентиляционный ход прошу, открыл. Может, вам туда? Давайте это с вами. Значит, я должен был внутри остаться, а не снаружи. Давай, иди. Музычка, слышите, да, прикольная? Ага, качай. Четко, четко, давайте. Так, кабан залез. Застрял кабанчик. Так. Может, там нельзя пролезть? А, не, можно. Так, я за Витькой. Не буду пока мешать. Отошел. Ой, я в самом месте. Вот это тут мясо. Ого! Я просто в шоке, что я наблюдаю. Патронов нет, елки-моталки. И монтировки нет. Ребят, тут не мочим бить. Уходи, уходи, уходи. Приходи. Тихо, тихо. Меня зажали. Так уходи. Зажали его.
О, да это мощно. Ой, подожди, зомби валят. Я не буду даже мешать. Ты что, дурак, что ли? Так махать сильно. А вот так. Как вам там, зачисточка? И меня задел. Я не хотел, честно. Да ты знаешь, что делать. Опа-опа, ты видел? Красиво. Слева, видишь, там чувак стоит. Он мой. Справа. Справа, вижу, вижу. Пацанчики, очищаем. Ой-ой-ой, смотри, прям в рожу. Куда воз... Кто его в воздухе идут так по красоте, а? Шар полетел. Уходите, уходите, пацаны. Там зачистка пошла. Видел, сколько я убил? Еще один. Уходи. Уходи, 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 уходи. А, говорю, уходи. Если бы туда дальше бы это шли, все было бы хорошо. Но случайно и бывает о грехе. Но зато мы всех зачистили. Ха-ха, я не хотел, пацаны. Так, идемте дальше. Это Гаррис Мод. Все по фану. Так, если кто-то там, ну, плохо себя чувствует, можете умыться, воды попить. Ух, освежился. Давай, красавчик жизни. Так. Ого, тут какой-то кабан на меня прыгает. CR2 я чувствую себя намного лучше. И веселее. Подождите, мы отсюда пришли? Да-да-да. Вот нам сюда. Открывайся, калитка. Ого, смотрите! Там что, вот я так понял. Там война идет на улице. Корабль пролетел. Экшончик хороший. Че, нам вниз? Давайте, ребята, я прикрываю. Спрыгивайте вниз. Я за вами. Вон они идут. А кто идет? Смотри. Ого, там война. Я иду вниз, я иду вниз, пацаны. Я за вами. Зомби против Отто. Корабли, все бегут. А куда нам идти? Открывай двери. Заходи, 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 быстрей, быстрей. Вниз, вниз, давай, давай. Застрял, во. Все, спустились. Это повстанцы. Заходи, заходи. Ой, к нему. Мы патроны, СМГ. Мы, получается, в альтернативной вселенной Фримена. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.